рассказывать сейчас, как ты поживаешь. И ставьте нам лайки. И ставьте нам лайки. А кроме этого, ты что-то знаешь? Нет. Только это? Ну, зачем ты язык высовываешь? Это не очень симпатично. Всем привет. Не всем. Не всем? Нет. А кому не привет? Не всем. Не всем? Mm-mm. Расскажи нам стишок какой-нибудь. Осень скверка, сажа, бедная. Нет. А красиво. Не спеша. Давай. Осень, скверы. Я сам. Давай. Осень. Сквера у коза. Цвет мулистой, 8 километров у коза, где дверей над тобой. А теперь еще красивее, давай. Осень скверы. Я сам! Тогда громче, с выражением. Осень скверы у коза, цвет мулистой, 8 километров у коза, где дверей над тобой. А вы со своими детками учите стихотворение? Скажите мне, пожалуйста. Мы вот учим, только я его учу с выражением рассказывать. Мам! Да. Ну, аккуратно, куда ты там прыгаешь? Мне же не больно. Девчонки, я хочу сегодня вечером, мы сегодня идем, наверное, на концерт. Меня Семочка пригласил. После концерта... Я никуда не уйду! Почему? Просто я хочу как... Как ты мне говорил, когда мы уезжала в гости. А, ты хочешь, чтобы я тебе перед сном спинку почесала? Да, как не уезжала. Ну, я приеду еще к тому времени, когда ты будешь спать ложиться. Нет! Ты не уедешь никуда. Вот так вот. А вас отпускают ваши дети куда-нибудь? У меня Арсений на самом деле очень строгий и никуда нас не отпускает. Говорит, что мы должны сидеть дома и быть послушными родителями. Со мной. С Арсением. Ничего, сидите дома, Арсений сказал. Сколько вы были на ГВ? На ГВ с Арсением я была до года и 8 месяцев, а с Федей до года и 4 месяца. Знаешь, мы рассказываем, мы смотрим мультик. Ну, залезай и рассказывай. Про кого-то я забыл. Арсений стал намного лучше, говорит букву Р. Да, это так. Скажи букву Р. Анастасия. Скажи Р. 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 Мы на самом деле тренируемся. Молодец, Арсюша, у тебя очень круто получается. Мы тренируемся говорить Р, выговаривать хорошо слова, да? Мама, скажу. Какая тема эфира? Мама, я скажу Р. Р. Не кричи, ты поспокойней. Р. Какая тема эфира? На самом деле тема эфира, как Арсений балуется. Ну хватит, Арсюш. Мам, скажи. Как не забеременеть во второй раз? Я не знаю. Мама. Это странный вопрос. Наверное, поставить какую-то защиту. Аккуратно. Мам. Про предназначение будет, но я вообще могу рассказать про предназначение, свои мысли, что я думаю Мам. На этот счет. Но Мама. Я бы хотела. Подожди, я разговариваю. Скажи, как мы смотрим мультик по каких-то зверей. Когда? Ну. Когда это было? После мам. Ну. Ну, по героев тех. По маленькой детской и по... А, я уже пост писала. Помните, мы в кинотеатр ходили на классный фильм? Вот, и я писала пост об этом. В интернете, да, когда они были? Сейчас упадешь в ванну с водой, доиграешься. Да. Здравствуйте, из Крыма, здравствуйте. Вот, и я хочу сегодня вечером встретиться с вами, когда мы придем к концерту. Нет, ты не будешь. А всё, не перебивай меня, пожалуйста. Ты будешь не с кем встретиться. И провести прямой эфир на тему воды, потому что у меня очень много информации по воде. Ты не будешь воды. Очень избалованный малыш. Да, главное, чтобы у вас они были не избалованные, а у нас, да, такой. Балую. Постоянно вот так вот балую. Предназначение интересно. Про предназначение расскажите, пожалуйста. И ставьте нам лайки. Понятно? И ставьте нам лайки. Да. И ставьте.
Все, Арсений, все тебе поставили лайки. И ставьте нам лайки! И ставьте нам лайки! Ставлю вам лайк, написали. Обожаю тебя. Арсений поднимает настроение, мне кажется, всем и всегда. Это человек-фурия, который куда бы ни приходил, а всех безумно радует. Причем его в садике очень сильно любят. Он помогает воспитательнице, выбирает, какие рисунки они будут распечатывать, чтобы потом разрисовывать, сидеть в классе. Когда он собирается идти на прогулку, он помогает одеть всех детей. То есть он ходит и говорит, кому помочь одеться? Кому помочь одеться? И мне воспитательница говорит, что просто всех подходит и начинает их одевать полноценно. Вот. А сам, когда появляюсь рядом, я говорю, мама, одень меня, пожалуйста. Я говорю, ты же самостоятельный, ну пожалуйста. И ставьте нам лайки! Все поняли, хватит орать. Арсений, сейчас в ванну упадешь, я тебе серьезно говорю, доиграешься. И ставьте нам лайки! Не кричи, можно потише говорить. И ставьте нам лайки! К интервальному голоданию я вообще хорошо отношусь к голоданию, потому что голодание — это очищение. Если это делать с пользой, если это делать осознанно, то я очень круто к этому отношусь. Я недавно делала прямой эфир на тему голодания. Кто смотрел? Я очень пожалела, что я на самом деле не записала эфир, не сохранила его и не выложила в IGTV, потому что реально информация полезная, и мало кто настолько подробно может вам об этом рассказать. Что ты делаешь? Горло пшикает. Женя, расскажи о предназначении. О предназначении мы выберем отдельно день, когда я встречусь с вами в прямом эфире, расскажу, потому что когда не спят мои дети, невозможно мамочка, рассказывать о предназначении, потому мамочка, что предназначение матери мамочка, быть матерью. Да. Мамочка, расскажи сначала по тех зверей. Я уже рассказывала, писала прост. Нет, сначала. Что сначала? Ну, как они... Как начался этот фильм? У меня тоже такой же сумасшедший и тоже Арсений. Мама! Мне кажется, ну все, хватит орать. Им не интересно про мультик. Почему? Ну потому что они все взрослые. У них детки-то не смотрят прямые эфиры. Это деткам интересно про мультики. Заведи свою страницу, сиди там и рассказывай. А чего тебе интересно мультики? Ну, потому что я с тобой хожу. Ты меня и так не пугай, чуть не свалился в ванную назад. Я на мультики хожу, мне интересно, потому что я хожу с тобой. Я хочу провести время с тобой, и мне интересно Когда папа приедет, он уже приехал, он уже в комнате сидит. Вот мы сегодня, папа пригласил меня на концерт, мы пойдем на концерт. Я вы не пойдете на концерт! У Арсения такой период в жизни начался, когда ему нужно, чтобы мама с папой всегда были рядом с ним, никуда не уходили, никогда его не оставляли. Такой очень приятный момент, когда ты чувствуешь... Это хорошо, да? Ты маму любишь? И ставьте на лайки! И ставьте на лайки! Да и ставьте на лайки! Можешь потише говорить? Они тебя слышат. Только не кричи, а то у меня начинает голова болеть. И ставьте на лайки! Вот, вот так вот они намного лучше понимают тебя. А то ты как кричи. И я ем рыбу, и ставьте лайки. И огурчик, ставьте лайки. И когда ребенку впервые подстричь волосы, ну вот я не знаю, знаете, вот у Арсения раньше были очень большие кудряшки. Он был такой... Чуть челочку. Постоянно пишет, что плохая связь выбивает людей. Вот я смотрю, просто вот плохая связь и выбивает людей. Вот, может, что-то с интернета, может, потому что в выходной много людей сидят на провайдерах. Поэтому давайте сегодня вечерком, часиков в 11, встретимся и поговорим про воду. Я вы не подробно... встретитесь и не поиграете по воду. А ты разве ешь только, чтобы задавали этот вопрос, задаете еще раз? Я всегда говорю о том, что 90-80% еды у меня это живая растительная еда, это салаты, это фрукты, но иногда я ем рыбу, да, я люблю рыбу не всю, очень редко. Если я где-то за границей, то я люблю морепродукты и красную рыбку, если я дома...
Могу вот где-то съесть в ресторане красную рыбу, либо вот сегодня мне очень захотелось, мы вчера были в магазине, купили большой стейк тунца и приготовили. Это не часто, в основном я даже больше готовлю для детей, то есть я хочу, чтобы мои дети не едят мясо, но чтобы в их рационе присутствовала на данный момент рыба. Я считаю, что это абсолютно нормально, потому что детский организм нуждается в этом. Вот, скажем так. Все, друзья мои, Семён ест. Семён, нет, он сказал, чтобы ему салат приготовили. Он питается намного лучше, чем я. Да. Можно мне каску? Нет, ты только что ел недавно. Хватит есть. Нет. Все, друзья, я с вами прощаюсь, а то мне сейчас слетит, мне кажется, уже полотенце. Нет, пошла. Мам, хочу сказать. Давай, говори. И встречаемся. Я рыбу, ставьте нам лайки, и я ем помидор, и я ем огурцы, ставьте нам лайки. А еще что ты ешь? Ничего. Все? И картошку. И картошку еще? Да, и ставьте на картошку лайки. И записывайтесь, что я ем. Ставьте на картошку лайки. Слушай, мне кажется, тебе пора заводить свой YouTube-канал. Мне кажется, у тебя будут зрители, Арсений. Их будет много. Ты хочешь свой канал? Нет. Вот так вот общаться со зрителями. Я хочу перезагрузку, как эти, как те звери. Перезагрузку хочешь? Да, как те звери. Ой, короче, мне с ними вообще не скучно. На самом деле, это вот уже очень крутой возраст, когда твои дети вырастают, скажите, и когда они уже могут что-то объяснять. Когда... Ты чем так делаешь? Не делай так, пожалуйста. Я попросила. Папа сейчас придет. Вот и все. У нас решает папа. Все. Что ты сказал? Папа тебя зовет. Иди узнай, что хочет. Уже ребенок знает про лайки. Да, потому что это смешная шутка, и он ловит такие моменты очень прикольные. И когда выходишь в прямой эфир, он это видит, он сразу говорит, ставьте нам лайки. В жизни, конечно, он так не делает. Вот. Ну и прикольно, когда дети растут, когда они уже... Ой, Федя. Нет, Федя это младший. Федя там где-то гуляет, играется. Федя очень самостоятельный, он любит автопарк, у него есть свой автопарк, очень много машинок, он их выстраивает в ряд и может сам собой долго сидеть, заниматься, лепить, играть. Он такой больше сам по себе даже может время проводить, а Арсений нет, ему нужна компания, ему нужны люди, ему нужно, чтобы с ним кто-то был всегда рядом. Вот, поэтому он безумно любит сад и не может проводить выходные. Для Арсения это вообще тяжкий труд, потому что если они не гуляют, а Федька до этого болел, и они на той неделе не гуляли, я только его выводила, мы с ним ходили в кино. Мам, там, когда ты будешь прощаться? Сейчас уже буду прощаться. То он, конечно, дома сходит с ума, потому что в садике много детей, игрушек, все время что-то новое. И знаете, я люблю всем играть, и подписывайте, всем я хочу играть. Или Все? Да. Все, мы с вами прощаемся, целуем, обнимаем. До вечера. Нет, не целуем и не обнимаем. Не целуем, не обнимаем? Ну пошли им воздушный поцелуй один раз. Давай так. Нет. Все, пока-пока. Нет, не пока-пока.